В марте 24 года, в конце марта, я познакомилась с парнем на сайте ВК знакомства. Мы общались на личные темы, и через неделю общения он мне предложил заработать на инвестициях, на криптовалюте, на акциях. Он меня связал с человеком, тот, который разбирается в этой всей системе. Мы зарегистрировались на сайтах. С каждым днем мне говорили, что нужно для лучшего заработка все больше и больше сумму. И я набрала кредитов в общей сумме 5 миллионов. Этой суммы не хватило. И после этого я еще попросила родственников, которые помогли мне в этой всей ситуации. Еще перевели, получается, 3,5 миллиона в общей сложности. Да, все это я передала мошенникам. Ну, банки спрашивали, вы переводите сами или вас кто-то попросил. Со слов этого человека он говорил, что говорить банкам, и я повторяла его слова, то, что я покупаю USDT на Байбите, что это все безопасно, что это все законно. В начале нашего знакомства они мне в первую очередь сказали, чтобы это было конфиденциально, не говорить никому, ни родственникам, ни знакомым, ни близким. И даже когда я попала в эту ситуацию, когда я уже у родственников занимала, я старалась придумать какие-то истории, что у меня какие-то проблемы, чтобы помочь, чтобы я не рассказывала именно о том, что это все в инвестиции, в акции. Все знакомства через сайт. И если вам кто-то предлагает помочь финансово, не соглашайтесь, потому что это в любом случае мошенники, потому что они психологически на вас давят, и далее вы уже все деньги переводите неосознанно. Общий ущерб 8,5 миллионов.